Да, все готовы, давайте приступим. Доброе утро, коллеги, еще раз. Спасибо, что откликнулись на наше приглашение. Не совсем типичное время для пресс-конференции, но это вот связано объективно с режимом работы клуба. Коллеги просили без прелюдий, давайте приступим сразу к вопросам, какие имеются. Тема пресс-конференции у нас в межсезонье, подготовка к предстоящему сезону. И зарубежный выезд, пожалуйста. Мы начнем с Максима Кирина. Доброе утро. Василий Анатольевич, вопрос к вам начну. Довольно тем, как провели трансферную кампанию, какие позиции нужны, нуждаются в усилении, на ваш взгляд? Ну, мы все занимались этим вопросом вместе, как говорится. И хорошо, что так получилось, что с учетом тренерских указаний, что им нужно, какие нужно было укрепить позиции, какие грамотно заменить. Я думаю, что в этом плане нам все удалось. По крайней мере, на данный момент мы видим, что мы движемся в правильном направлении. Вы считаете, замену Ткачева Бурдаса нашли? Я считаю, что да. То, что в наших силах было именно по Ткачеву. А по Бурдасову там вопрос открытый, он еще сам же не может определиться, где он будет играть. Говорят, что будет в НХЛ. То есть пока на данный момент довольны тем, что мы сделали. Пожалуйста, коллеги, продолжаем. Владимир Кривенцев. Владимир Кривенцев. Да, Николай Леонидович, вообще особенность этой предсезонки, плюсы и минусы ее, и общие выводы. Особенностей никакой нету, в принципе, здесь обычная предсезонка была, то есть так же, как в том году подготавливались сезона. Выводы делать как бы по предсезонке уже можно, потому что она закончилась, думаю, что хорошо прошла. То есть те игры, которые нам надо было, мы наиграли, количество игр. То есть плюс к этому дали три игры сыграть полностью молодому составу, чтобы посмотреть ближайший резерв, как они играют на уровне с командами КХЛ. То есть только положительные эмоции по предсезонке, то, что хотелось, увидели. И естественно, что надо еще работать и идти вперед, уже входить в сезон и по сезону добавлять. Пожалуйста. Николай Леонидович, вдогонку, вот эти игры, которые вы молодежным составом практически играли, они вам что-то дали, кто-то вот из этих игроков, Банников, Пинина, кто-то из них будет имеет шансы заиграть в составе? Или эти игры были вот нужны? Нет, эти шансы имеют там все игроки, которые выступали. И многое нам дали, то есть мы увидели этих игроков именно в деле с командами КХЛ. Кого-то конкретно я выделять не буду, но общая картинка у нас есть. Если точечно нужны будут замены в течение сезона, то есть мы уже знаем, кого на какую позицию из этих игроков можно взять. Пожалуйста, продолжаем. И просьба представляться среди нас, по-моему, новички есть. Алексей Городов, МКУФ. Николай Леонидович, продолжение темы предсезонной подготовки. Насколько нагрузки были с прошлогодними, или все-таки ничего не изменилось в подготовке? Показалось, что команда так потяжелее немножко, больше нагрузки. Ну, на земле чуть-чуть, если сравнивать с прошлогодними тренировками, то есть по льду практически ничего не изменилось. На земле чуть-чуть добавили. То есть чуть-чуть поактивнее позанимались и побольше. То есть именно посмотреть, как это будет сказываться на игровом режиме потом, потому что в этом году все равно, как бы не говорили, не олимпийский сезон, но фактически весь сезон игры через день. Редко бывает два. Поэтому чуть-чуть на земле побольше позанимались. Продолжаем. Мы видели, что вы довольно много времени Амирову давали предсезонке, получит ли он столько же времени в сезоне или вот как с Шеном ситуация будет? Как вы вообще видите его развитие? Я вижу его как молодого игрока, на данный момент лимитчика нашей команды, у которого есть шанс заиграть в команде. Коллеги, с нами присутствует также на пресс-конференции генеральный директор клуба Александр Евгеньевич Курносов. Денис Тейбов, Горобзор. Вопрос пока Николай Цулгин. Николай Леонидович, все лето говорят о том, что из-за того, что Салават небрежно относился с Шеном, неправильно, он уехал в НХЛ и
ну, Россия теряет таких молодых игроков. Как вы считаете, вы допустили ошибку в прошлом сезоне? Может быть, где-то передержали Шена, или это все, ну, он сам виноват, что не играл? Встречный вопрос, где передержали? Ну, многие говорят, что вы не давали ему шанса, опять же, это не мои слова. Многие пусть так говорят, подождите, многие не могут ничего говорить, когда они не были в команде и не знают, что происходит. Поэтому говорить можно что угодно. Мы считаем, что мы для него создали все условия, которые могли способствовать, чтобы он заиграл. Другое дело, воспользовался он ими или нет, это уже его дело. И как это он воспринял, опять же, это его дело. Мы сделали все условия для него, дали и Тарос ему поиграть, и Талпар, чтобы он себя почувствовал там лидером. И в первой команде он был. То есть я считаю, что все зависит только от каждого игрока. Независимо, Шен это или Иванов, или Петров. Каждый, как он себя проявит, так он столько и будет получать игрового. Вопрос Александру Евгеньевичу Курносову. Александр Евгеньевич, в этом межсезоне преображается Уфа-арена изнутри. Говорят, что красит ее в зеленый цвет. Какие еще преображения будут на Уфа-арене? И почему решили пойти за долгое время на такой шаг? Спасибо. Доброе утро, коллеги. Я прошу прощения, что так рано собрались, но действительно у нас сегодня много там мероприятий касаемо клубных внутренних дел и подготовки команды и другие мероприятия. Поэтому пришлось так собраться раньше. Что касаемо обновления фойе-арены, мы в этом хотелось бы вообще начать с этого межсезонья. В этом межсезонье пошли на много шагов, которые, мне кажется, были впервые в истории клуба, так скажем. Мы начали с помощью игроков разводить абонементы людям, которые там продлили онлайн. Эта акция очень так понравилась людям. Я сам ездил с одним из игроков, ездил там в Черниковку на завод. И еще куда-то мы там ездили. Но везде очень хороший отклик получили по этой акции. Провели большой праздник, который обычно проводим внутри арены, встречи с болельщиками, сделали такой open air, Зор-Байрам, собрали очень много людей, больше 40 тысяч по таким скромным оценкам, кто-то говорит больше, кто-то говорит меньше, но именно все люди, которые пришли, примерно в такую цифру мы оцениваем. И тоже праздник очень, мне кажется, нашел хороший отклик в сердцах болельщиков. Мы получили много сообщений, писем от болельщиков. Также мы решили обновить внутри арены, фойе, внутреннюю часть арены, потому что, ну, она уже давно не обновлялась, как бы не было какой-то свежей струи, и идти какими-то кусочками, которыми мы всегда шли, то есть мы какие-то куски всегда облагораживали, что-то делали, что-то чуть-чуть, мы все-таки решили комплексно подойти. Что-то пришлось, конечно, убрать, какие-то памятные отдельно фанатам уголки зеленые, но в целом как бы сделали реконструкцию, я думаю, вот. По поводу цвета. Действительно, у нас она была розового цвета, и чаша розового цвета стены, и входы в арену розового цвета. Мы получали очень много от болельщиков, опять же, это такая обратная связь. Попробовали, посоветовались с дизайнерами. Ну, получится как получится, но я думаю, что должно получиться очень хорошо, потому что зеленый цвет будет гармонировать с нашим основным цветом команды. Зеленая команда, зеленая арена. Мы везде этот цвет пытаемся использовать. Поэтому я думаю, что должно получиться неплохо. И в целом с нашими шагами по всем вот этим в межсезонье должно быть хорошо. Пожалуйста, Владимир Леонидович. Еще вопрос, Александр Евгеньевич. Первый, это по ценовой политике билеты на этот сезон, какая она планируется? И второй, по площадке, определились ли вы или нет, какой она будет по размерам в следующем сезоне? Ценовая политика не изменилась абсолютно, то есть она будет по билетам. У нас она уже не меняется, по-моему, 3 года, да? Александр Александрович не даст соврать. 3 года не меняется ценовая политика, мы все понимаем, что... Может быть, в данный момент это... Хотя, конечно, были мысли немножко там увеличить, но мы не пошли на этот шаг.
второй вопрос какой? По площадке. По площадке. По площадке мы думали в конце сезона. Вы знаете, вот как бы хотелось бы понимание четкое было все-таки, если мы уж переходим на канадскую, или на финскую, или на российскую, то уж, ну, как бы, чтобы все на одинаковых площадках играли. Когда нету никаких указаний, говорит, играйте, ну, в принципе, сами выбирайте, на какой хотите играть. Ну, мы пока продолжим выступление на европейской площадке. Одни, кстати, из немногих в лиге оставшиеся. То есть, кто... видимо, и на следующий сезон. Нет, на следующий сезон я пока... Про следующий сезон не говорю, я говорю про этот сезон. Про следующий сезон будем думать, потому что, ну, все переходят на маленькие площадки. Я думаю, что если этот тренд сохранится, то в следующем сезоне по согласованию со спортивным штабом нашей команды мы, наверное, тоже будем переходить на более маленькую площадку. Пожалуйста, Наталья Обчарук, агентство «Башня-2». Спасибо. Александр Евгеньевич, уточните, пожалуйста, прошла информация по поводу смены логотипа. Какие мысли, вообще планы по этому поводу? А откуда прошла информация? И какого характера? Какого характера? То, что будет сменен логотип на следующий сезон. Ну, есть такие мысли, по крайней мере. Ну, в очередной раз говорю, мы постоянно работаем над нашим логотипом, так скажем, над нашей формой и так далее. Пока мы не приняли решение о том, что этот логотип будет изменен или не изменен, мы работаем с разными дизайнерами по этому вопросу. В этом году у нас альтернативная форма выйдет с таким ребрендинговым логотипом, так скажем. Посмотрим, как он будет выглядеть, посмотрим, как будут к нему относиться болельщики. Очень тяжело менять логотип, который не менялся столько лет, и как бы быть в этом деле революционером, так скажем, я вам скажу, сложно, потому что разные отклики мы получаем даже вот по поводу альтернативной формы, хорошие, плохие, но надо двигаться, мы пытаемся делать что-то новое, понимаете, что касаемо, опять же, интерьера, что касаемо, в этом году запустим приложение новое, англоязычный версию сайта. На этом пути возможны какие-то недочеты, может быть, где-то ошибки, может быть, но такую фразу, вот, не ошибается тот, кто ничего не делает, мне кажется, здесь можно применить. По поводу будущего сезона и смены логотипа я однозначно пока не сказать не могу. То есть, такого решения однозначного нет. И, Василий Анатольевич, второй вопрос. По Бурдасу уточнение, есть ли действующее предложение от Салавата Антона? И вообще, есть ли вероятность, что он вернется? Потому что я знаю, что он хочет все-таки остаться здесь. Если вы там владеете информацией, то такая информация была, то, что он пока рассматривает предложение НХЛ за океаном. Поэтому к нам пока никто с таким предложением не выходил. Как что-то будет, вы узнаете об этом. Пожалуйста, продолжаем. Кто готов? Пожалуйста. Владимир Бакулин, КХЛ.ру. Вопрос Николая Леонидовича. Николай Леонидович, насколько функционально готовы ребята к сезону, учитывая, что Тартиканин совсем недавно начал играть с командой, плюс у Жакова было повреждение? Я не вижу в этом как бы никаких больших проблем, потому что то, что они не тренировались в общей группе, это не значит, что они ничего не делали. Они занимались по индивидуальной программе, которые получали все, что им нужно на данном этапе нужно было. То есть единственное, что мы убрали чуть-чуть какие-то моменты в тренировочном процессе, которые им нельзя на данный момент было делать. А остальное все они выполняли с лихвой. То есть я как бы не переживаю, что у них что-то может быть. То есть надеюсь, что они готовы. То есть последняя игра показалась, то есть по Хартиканину, если он нормально двигался. Понятно, что чего-то еще не хватает, потому что все равно это и предсезонка, в том числе. А по Жаркову, как бы он с сегодняшнего дня, как бы даже со вчерашнего, он полностью играл в команде, одну игру сыграл, дали ему время чуть-чуть втянуться, там не полностью, как бы все равно игру получилось скомканное. Но опасений никаких нет. Пожалуйста, Горов Зардович. Вам вопрос, Александр Евгеньевич. Презентовали третью форму, альтернативную. Есть ли мысли, в каких матчах вы в ней сыграете? Мысли есть, пока озвучивать не хочу, но я думаю, что даже в первой домашней серии мы одну из игр проведем в этой форме. А общее количество будет ли большое, там, больше 5-10, ну, примерно, если у вас есть мысли?
Знаете, это новый инструмент для нас, альтернативная форма. Мы будем смотреть от матча к матчу, там как бы и слушать тренерский штаб игроков, люди свои верные, посмотрим. Но я думаю, что матч 4 минимум мы проведем. Вопрос Василию Чижову. В межсезонье прошла интересная информация. Говорят, что 3 года назад якобы вымогали взятку у одного из хоккеистов. Говорят, что вы пошли в суд, правда ли это? Как обстоит процесс? Как вы думаете, почему Бараев именно сейчас, спустя 3 года, решил рассказать об этом? Спасибо. Ну, с одной стороны, спасибо моему бывшему воспитаннику. Он привлек ко мне внимание столько. А с другой стороны, ну, она как минимум там, смешно выглядела. Потому что ну, там, если разложить его там, эти претензии, то они не имеют никакого основания под собой. Единственное, как-то жалко парня, то, что он не состоялся нигде как спортсмен и решил выделиться вот таким образом. За ним там наблюдалось, конечно, по детству всякие такие неадекватные поступки. Но что это выльется в такой форме, ну, как бы не только я, но многие не ожидали. Ну, мы этот вопрос решили. Там как-то это говорилось, как-то через милицию, через полицию. Я не хотел бы это, конечно, все поднимать, чтобы ему там что-то не испортить. Но человек взрослый, знает, что делает, и будет отвечать за свои поступки. Мне просто чисто по-человечески за него обидно, что он так поступил. Здесь хотел бы заступиться вот немножко за нашего спортивного директора и вообще всем критикам такого толка. Дать просто такую информацию, что вот в будущем мы будем очень жестко с такими вот абсолютно клеветническими вещами поступать. Если есть какие-то претензии и проблемы вот такого рода, идите в правоохранительные органы. Если у вас нет ничего, лучше тогда не говорите языком о том, что было и чего не было. Вот. Мы в последующем будем очень к таким вещам очень жестко. Вопрос такой, я сказал, была информация, что вы подали в суд, она правдивая или нет? Да, правдивая. Спасибо большое. Вопрос Василию Анатольевичу. Ну, кроме главной команды, есть еще команда «Вертикали». В этом году закончили выступать команда «ЮХЛ», 2001 год, которая много талантливых ребят. Был ли какой-то приоритет, чтобы максимально сохранить этих ребят в системе, и насколько удалось, насколько довольны тем, как удалось найти ребятам место в командах? Да, действительно, очень интересный возраст, 2001 получился такая прям много ребят талантливых, и хотелось бы их никого там не пропустить, и поэтому мы такой совет даже создали там из тренеров, и заслуженных тренеров. Мы просматривали турнир, тренировки просеивали как следует, даже перебор был на сборах, то есть мы их даже лишнего, я бы так сказал, взяли, сколько вмещает там заявка. Ну, всех тщательно просмотрели, и я думаю, что оставили все те, кто, ну, там буквально там с того года 2, по-моему, человека у нас 3. Один сам закончил, и 2 не подошли, как говорится, в систему. Остальные все в системе, работают в Талпаре. Очень хороший, интересный возраст. Есть хорошие ребята. Вот в данном случае 2 игры с Магнитогорском здесь были. Мне они очень понравились по содержанию, если вы смотрели, и по, ну, по тому, что эти парни сейчас показывают на льду. У них хорошее будущее очень. Тему подняли. Александр Евгеньевич, к вам вопрос. Известно, что бюджет клуба колеблется там в районе 2 миллиардов рублей. Вопрос не об этом, а о том, какая часть из этих денег уходит на воспитание резерва. Может быть, в процентах. Здесь, может быть, нужен главный бухгалтер, наверное, скорее всего. Нет. Так тяжело сказать, понимаете, а резерв, это вы имеете в виду, какую вертикаль? У нас, вы вам перечислили Талпар, Сдюшор, да, это вот как Агидель и... Агидель нет. Нет? Нет. Тоже наш же резерв. Ну, все-таки женщины. Это резерв, который, возможно, когда-то будет играть в своем команде. Ну, то есть Талпар, школа. Я думаю, 20%. Вот догонку вопросов. На Кубке в Казахстане, который проходил, с Алатылаем Сакбарсом встречался, и там ситуация была такая, что у Акбарса 15 своих воспитанников в составе было, а у Салавата в том матче всего 2. И
ну, насколько я знаю, в Казани есть программа, там, стратегии заложены, что там, спустя 5 лет не менее 70% своих воспитанников должны играть в команде. Есть ли какое-то такое видение в Салавате Юлаеве, как вы, если есть, то как вы планируете к этому идти? А вы точно знаете, что Акбарс такое есть в программе? Да. Хорошо. Нет, у нас тоже, безусловно, заложены стратегии, что у нас должны быть свои воспитанники в составах команд, и главной команды, и в Таросе, и в Талпаре. Подготовка должна идти, и это именно заложено в стратегии Издюшор и в стратегии Талпары, что они должны готовить. То есть у Талпары, к примеру, нет задач выигрывать первое место. У них задача растить игроков, которые, ну, в перспективе могут быть в основной команде, там, в Таросе и так далее. Я не могу сказать, не хочу вам говорить о том, сколько мы должны процентов через 3 года. Через 3 года там, кого-нибудь спросите, может быть, меня, может быть, еще кого-нибудь, кто здесь будет. Вот. На данный момент у нас есть определенное количество игроков, которые мы хотим видеть, чтобы они были через там, определенное количество лет в команде. Пожалуйста, Владимир Бакунин. Александр Евгеньевич, поставлены ли задачи перед основной командой на предстоящий сезон? Если да, то какая? Да, поставлены, будем медали. То есть выступление не хуже, чем в прошлом году? Не хуже, чем в прошлом году. Вопрос Василию Анатольевичу. Была информация в свое время о возможности варианта появления 6-го легионера в команде. Вот как-то обсуждался этот вопрос дальше? С учетом того, что у нас русский вратарь тоже хороший. Или отказались от этого варианта все-таки? Да, конечно, мы это обсудили с тренерским штабом, со всеми обсудили этот вопрос, были предложения, были мысли по этому поводу, и были предложения от агентов хорошие, но мы посчитали, что будем на таком же варианте, как в прошлом году, то есть 5 легионеров оставили. На самом деле селекционная работа не заканчивается до 25 декабря в сезоне, и никогда не говори никогда, мы не знаем, как будет складываться сезон, посмотрим, как он пойдет, как будем играть, всегда на связи с тренерским штабом. Мы не исключаем данный момент, почему нет, может быть и будет, может быть и нет. Как бы это все в таком режиме. Когда я один раз об этом сказал, мне потом там 50 раз об этом спросили. Но, понимаете, это же я же не обещал, что вот он будет. Я говорю, мы рассматриваем, было много предложений, много агентов там активизировалось, понимаете. Мы просмотрели много людей, это заставляет активироваться агентов и просматривать много людей, понимаете. Потому что если ты не скажешь, что мы никого не рассматриваем, и как-то и агенты там так спокойно и на рынке так не высказывают никаких там предложений хороших, как бы просмотрели, нам пока никто не подошел. Владимир Бакунин, вопрос, наверное, Александру Евгеньевичу от коллег наших фотографов по поводу стекол на арене. Будет ли замена, потому что как говорят, работать тяжело. Что говорит? Вот. На самом деле, в этом году пока замены не будет. Мы их меняли буквально 2 года назад. В следующем году, может быть, подумаем. Потому что у нас это заложено там в определенном финплане. Но мы будем их чистить и создадим максимум условий для работы фотокорреспондентов. Руслан Ахмедьянов за это ответственный. Можно я добавлю, Валерий Дольевич, если вы снимаете под углом, разумеется, там все размоется, но вы лучше меня это знаете, как это сделать. Лучше поговорим. Вопрос, Николай Леонидович. Вот в этом сезоне, кроме регулярного чемпионата, еще предстоит выступление на Кубке Шпрингера. Насколько вы видите этот турнир сложным для команды, и насколько это внесет коррективы в подготовку, плей-офф? И насколько перед командой стоит задача, то есть выигрывать на этом турнире? Ну, честно сказать, то есть видим, что это очень большая трудность, то есть для команды именно в середине сезона, на Новый год, когда все будут отдыхать, проводить эти игры. Естественно, будем стараться сыграть на максимуме, то есть по задачам тут сложно сказать. Основная задача у нас стоит потом
выиграть Кубок Гагарина, а не Кубок Шпенглера. То есть все будет исходить из того, что как до этого будет складываться у нас сезон, как это все будет происходить. Ну, естественно, это дополнительная нагрузка на команду, на всех. То есть, скажем так, в физическом плане она нам не сильно поможет. Но будем то, что есть, то есть, готовиться к этому, подходить и искать правильные, как сказать, выводы из этого турнира потом и двигаться вперед. Я добавлю по этому поводу. Да, действительно тяжело и со стороны команды, со стороны главного тренера слышим это. Но, тем не менее, нам надо развивать наш бренд и на международной арене. И такой древний старый турнир, самый старейший турнир в Европе, который мы будем выступать, он, безусловно, послужит вот именно вот этому развитию нашего бренда и развитию нашего, чтобы нашу команду знали не только в России, но и в Европе тоже. Вопрос к генеральному спортивному директору. На следующий год планируется введение потолка зарплат, жесткого потолка зарплат. Насколько клуб готов, как готовится, учитывая, что завершатся контракты Лига, Колумбок, Хатиканин? Мы готовимся к жесткому потолку зарплат. Развиваем молодежь, вы уже видите. Поэтому как только уже получим четкий, как все-таки он будет считаться, потому что до сих пор вот четких таких границ, как будут считаться бонусы, как будут бонусы. Есть границы потолка, которые все знают. Но я так понимаю, что туда будут еще какие-то включаться цифры, которые как только будет получено, мы будем идти по этому пути. И, в принципе, мы, конечно, готовимся к этому потолку. Ну, в условиях вот здесь все-таки будет достаточно ограничен, будет достаточно жесткий потолок, все-таки рассмотрите своих ребят в качестве новых лидеров команды или какие-то, может быть, другие векторы развития? Ну, конечно, вот у нас сейчас есть ребята, которых мы рассматриваем и развиваем в этом плане. Именно вот к этому мероприятию и готовимся, если будет жесткий потолок. Ну, правильно. Вот Александр Евгеньевич сказал, что там есть два варианта, либо это с бонусами будет, либо без. Там, если взять там СКАДа, там они сейчас в бонусах прячут тоже много чего. Поэтому тут все зависит, как будет развиваться событие. По поводу Кубка Шпенглера, долго ли думали вообще принимать участие? Нет, какая первая реакция тренерского штаба была? Первая реакция тренерского штаба была негативная. Думали 2 года. Вот. И в тесном сотрудничестве с Лигой мы приняли данное решение. Уважаемые коллеги, если вопросов больше нет, или возьмите. Александр Евгеньевич, к вам вопрос еще раз. В прошлом году мы помним, что чуть не осенью началось давление на главного тренера, там разговоры об отставке пошли. Каков кредит доверия к Николаю Сулыгину и что должно произойти, что его отправят в отставку? Мы в том году говорили о том, что у нас полное доверие к нашему тренерскому штабу и кредит доверия. Ну, это решает совет клуба, я так не могу говорить, но кредит доверия, насколько я сейчас понимаю, он значительный. И я не знаю, что должно произойти, чтобы что-то у нас изменилось по поводу тренерского штаба. Николай Леонидович, команда начинает сезон матчами в Китае. Насколько сложно вы видите этот выезд, учитывая, что будет смена часовых поясов, да, команде нужно будет привыкать? В принципе, там игры поставили 2 дня подряд, то есть это с одной стороны тяжело, с другой стороны это удобно, то есть быстро, долго там не задерживаться в их климате и в часовом поясе. То есть разница разве? Мы могли в сезоне поехать, то же самое было, то есть точно так же сложно, даже может быть еще сложнее. Здесь все-таки провели подготовку, и это первые игры. То есть я думаю, что это будут обычные игры, как сказать, тяжелые обычные игры на выезде, которые также, когда едешь на Дальний Восток, туда, то есть они всегда проходят очень тяжело, но это есть у всех команд, все в одинаковом положении, у нас просто выпало на первые игры, будем готовиться к этому, чтобы достойно их провести.
вопрос Александру Евгеньевичу. Александр Евгеньевич, в прошлом году был побит антирекорд по посещаемости. В целом на много матчей ходило 4000, ну, это половина стадиона. Какие сделали выводы, ошибки, и что ждете от посещаемости в этом году, чтобы не повторить прошлый антирекорд? Сказал, что на многие матчи ходили 4000, конечно, у нас были такие серии, когда там стадион 400, 800. Давайте в полемику не будем вступать. В этом действительно, в том году мы столкнулись, но это связано было, опять же, и с не очень удачным выступлением в запрошлом году команды. В этом году мы ощутили такой интерес по спонсорам, которые вы видели, новые спонсоры появились, новые партнеры у клуба, и по зрительскому интересу, то есть мы продали все клубные ложи, что в прошлом году у нас там 2-3 оставалось в резерве. Интерес там к ложам был такой, что нам пришлось продать еще одно помещение, которое, ну, все зависит от рынка, если идет рынок, то почему бы нам не воспользоваться этим. По абонементной программе мы пока идем не хуже прошлого года, это точно, и я думаю, что у нас будет лучший показатель в этом году по абонементной программе, чем в том году. Поэтому надеемся, что со всеми улучшениями, с введением приложения, которое мы введем с начала нового сезона, мы вводим приложение, где можно будет еще легче купить билеты. То есть не надо будет там заходить на сайт, это вот все в приложении регистрируетесь и можно покупать билет. Надеюсь, что оно уже готово, мы прошли там все верификации и все. Я думаю, что к 12 числу мы его точно запустим. Вот. И со всеми обновлениями, со всеми будет людям интересно. Мы с этим праздником Зурбайрам зарегистрировалось у нас 11 тысяч новых пользователей, например. При бесплатных билетах мы пошли такую вещь, что сделали бесплатные билеты, но в том числе появилось 11 тысяч потенциальных посетителей хоккея. Будем работать с ними, будем работать и над нашими преданными болельщиками, и над новыми болельщиками. Надеюсь, что будет лучше в этом сезоне. Пожалуйста. Александр Евгеньевич, во время контрольных матчей тестировали систему допуска в новом режиме, то есть во время перерыва болельщики, чтобы могли выходить на улицу. Насколько удачно завершилось тестирование, и будет ли в сезоне уже принято решение? Да, но это все исходит от встречи с нашими болельщиками. Мы с Василием Анатольевичем встречались с болельщиками после окончания сезона. Болельщики высказали такое пожелание, что в перерывах лучше иметь возможность выйти на улицу. Я не буду говорить, что сделать, потому что мы против данного действия в принципе, но если людям это нужно, мы пошли на то, что и со стороны Ленина, и со стороны Цюрюпа один вход будет открыт. По билетам также люди выходят по билетам, срабатывают и заходят. Люди выходят и срабатывает пропускная система. То есть никаких открытых зон не будет, но вот по билету вы можете спокойно выйти и зайти. Если будет одного выхода мало с каждой стороны, значит будем увеличивать. Пока по предсезонным матчам, людей, конечно, мало было, пока более чем достаточно, я думаю, этого. Но я думаю, что, конечно, при полной арене это будет, наверное, недостаточно. Будем тестировать с учетом, посмотрим первый матч на домашней арене. Также обратились к городским властям, чтобы увеличили частоту работы светофоров по улице Цюрюпа, потому что тоже от болельщиков было, что тяжелый проезд, именно выезд на Цюрюп. Также мы сделаем сквозной проезд, как и говорили, со стороны Цюрюпа к Ленину, чтобы быстрее тоже люди выезжали. Работаем над парковщиками, чтобы были парковщики перед игрой. Это тоже те пожелания, которые говорили болельщики, мы, в принципе, я их записал, в принципе, все пытаемся выполнять. Уважаемые коллеги,
Если нет больше вопросов, всем большое спасибо. Может быть, еще есть, подождите, может, соберутся, в смысле, не дороги. Часть пути, как мне пишут. Но если уже даже у Максима закончились вопросы, я прошу тогда не расходиться, я вам сейчас выдам аккредитацию на сезон.